С 15 по 17 марта в 6 городах Тверской области прошел первый областной фестиваль уличных концертов «Мы вместе. Верхневолжье». Выступления состоялись на площадках в Твери, в Бежецке, Вышнем Волочке, в Конакове, в Кимрах и в Торжке. На концертных площадках выступили как творческие коллективы исполнителей из Верхневолжья, так и известные артисты федерального уровня. В Твери на площади Славы с большой концертной программой выступила известная российская певица Валентина Бирюкова. В свое творчество певица вкладывает неприходящие ценности, которым ее учил прадед, дед и папа-офицер. Землю спасая, мир защищая, шел вперед сама. Также в областном центре выступил хор Турецкого вместе с его лидером Михаилом Турецким, народным артистом России. И состоялся концерт хора русской армии.